Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Арсений, Алиса, у нас с вами сегодня финал. А это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем очередной битвы в стране безопасности. Вы готовы сегодня сражаться за победу? Отлично! Итак, по итогам трех игр лидирует Арсений. У него 37 фишек и всего лишь на 2 фишки меньше у Алисы, у нее 35. Итак, первый конкурс – это конкурс загадок. И правила уже знаете – загадка, отгадка. Но сегодня каждый правильный ответ будет стоить не одну фишку, как раньше, а две. И за скорость вы тоже получите не одну фишку, а две. Сегодня все-таки финал. Так, ну что, готовы отгадывать мои загадки? Да. Хорошо, тогда я читаю первую загадку. Темной ночью, ясным днем, он сражается с огнем. В каске, будто воин славный, на пожар спешит. Кто? Побежали. Кто на пожар спешит? Быстрей. Так, кто у нас это, ребята? Милиционер. На пожар разве милиционер спешит, Арти? А кто? Кто спешит, Алиса, на пожар? Как этот человек называется, профессия его? На пожар спешит... Пожарник. Только не пожарник, а пожарные. Правильно, Алиса? А ты нам, Арсений, принес дядю милиционера. Это неправильный ответ в этой отгадке. Поэтому здесь мы... Алиса была быстрее. За правильный ответ и за скорость 4 фишки получает Алиса. Арсений, соберись. Каждая отгадка стоит очень дорого. Впереди еще 3, поэтому готовьтесь. Арсений, повесь, пожалуйста, эту картинку обратно. Может быть, она тебе еще пригодится сегодня. Быстренько назад возвращаюсь. Вторая загадка. Кто пропишет витамины? Кто излечит от ангины? На прививках ты не плачь. Как лечиться, знает... Побежали. Кто знает, как лечиться? Ой. Алиса, не обращай внимания на этот магнитик. Упал и упал. Надо было бежать. Так, ну Арсений первый мне все-таки отдал свою картинку. Отдал правильную картинку. И Алиса принесла правильную картинку. Кто знает, как лечиться? Доктор. Правильно, доктор, врач. Отлично. Алиса, тебе 2 фишки за правильный ответ, а тебе, Арсений, 4 фишки за правильный и быстрый ответ. Держим. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, забирай. Третья загадка. Мой папа признался друзьям и полит. Почти каждый день на работе свистит. Так он у тебя, вдруг воскликнул Илья, наверное, просто спортивный судья. Он, подумал Валера, работает просто. Побежали. Кем работает? Свистит. Итак, ребята, ответили вы на мою загадку, отгадали ее правильно. Это действительно милиционер, но у нас есть там на стенде более точная отгадка. Потому что здесь, видите, этот милиционер с жезлом. Это явно кто у нас? Регулировщик. А нам нужен дядя-милиционер. Поэтому вы отнесите эти картинки обратно и возьмите второго дядю-милиционера. Так, ответили правильно вы здесь, но Алиса была чуточку быстрее, поэтому ей 4 фишки за правильный быстрый ответ. И 2 фишки тебе, Арсений, за правильный ответ. Держи, пожалуйста. Так, ну что, и последняя загадка. Слушаем внимательно. Там, где сложный перекресток, он машин-руководитель. Там, где он легко и просто, он для всех путеводитель. Кто это? Быстрее, ребята. Молодцы, одновременно. Кто это у нас? Как человек этой профессии называют? Регулировщик. Регулировщик, правильно, правильно, Алисочка, молодец. Итак, ребята, каждый из вас зарабатывает за этот ответ по 4 фишки. Какие вы молодцы, и быстрые, и правильно отвечают. Ну, просто я любуюсь вашей игрой. Отлично. Давайте посчитаем. Первый конкурс закончен на сегодня, поэтому давайте подведем промежуточные итоги. Считайте. Считайте, сколько фишек заработали. Хорошо, у Арсения 10, Алиса. 14. У Алисы 14. Отлично. Итак, хорошо, первый конкурс сыгран. И сейчас, ребята, сегодня нам предстоит наша последняя встреча с хорошим нашим знакомым, детским доктором Артемом Витальевичем. Он уже вышел с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, с вами когда-нибудь случалась такая ситуация, что
что во время употребления пищи или напитков вы поперхнулись. Бывало такое, Арсений, что пил водичку или чаёк? Нет, у меня тоже такое бывало. Да, Алиса, или ты тоже попадала в такую ситуацию? Да. Первое, что нужно сделать, это наклонить человека вниз головой и постучать по спине в центре грудного отдела. Это примерно здесь, только со стороны спины. Полусогнутым кулаком в форме лодочки. Вот так. Человеку, который поперхнулся, нельзя разговаривать, будет еще хуже. Если первая мера не привела к облегчению, то нужно встать со спины, обхватить обеими руками грудь пострадавшего, замкнув руки в замочек или за запястье. Попросите попавшего в беду человека осторожно набрать больше воздуха и по вашей команде резко выдохнуть. Ваша задача на выдохе быстро сдавить грудь руками, одновременно его наклоняя. Чуть позже тетя Света вам покажет, как правильно сделать то, о чем я сейчас говорил. И, конечно, если человек и дальше задыхается, необходимо звать взрослых и вызывать скорую помощь. А на сегодня это все. Будьте здоровы, успехов вам и, конечно же, победы! Ну что ж, не будем терять времени и приступим к нашему финальному конкурсу на сегодня. Всего, ребята, будет 4 вопроса. Ничего нового, ответы на них вы уже слышали в один из наших соревновательных дней. Каждый правильный ответ будет стоить целых 3 фишки. Ясно? Если вдруг вы не полно отвечаете на мои вопросы, то часть фишек мы отправим в копилку соперника. Итак, вам все понятно? Да? Ну тогда будем начинать. Кто первый будет отвечать на мой вопрос? Арсений или Алиса? Я. Почему нет? Ты хочешь, Алис? Тогда будем тянуть жребий. У нас по-другому не бывает, чтобы не было кому обидно. Выбираем ручки. Кто будет первым? Первая будет Алиса. Она уже выбрала. Ну, девочка, уступим ей. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, Арсений. Итак, первый вопрос, Алиса, адресован тебе. Что нельзя делать, если вы заметили у себя на теле клеща? Такой вопросик тебе. Вспоминаю, что рассказывал Артем Витальевич. Нужно, если он бился в кожу, аккуратненько выдернуть его щипчиками. Так, но нужно это делать особым способом. Алис, давай-ка мы с тобой подробнее сейчас разберем этот случай, как себя вести, если клещ впился. Значит, нужно с особой осторожностью это делать, да? Да. Сдавливать. Давай вспоминай, дополняй, потому что часть фишек, если сейчас Арсений тебе дополнит, я ему отдам. Как вот нужно, там, можно его душить, не давить? Как вести себя? Рассказывай мне подробнее. Нельзя беспокоиться, нужно позвонить скорой помощи или сообщить взрослым. Так, ну а если вдруг вот ты решила сама попробовать вытащить, как мы это будем делать? Не надо капать специальными каплями или маськами. Маслом подсолнечным, да? О нем мы говорили. Нужно аккуратненько выдернуть его из кожи. Да, действительно аккуратненько, потому что если и не давить на тело клеща, потому что вместе со всем содержимым тела можно и вредные вещества в кровь попадут, в ранку. И запинтовать руку. Хорошо, Алис, вспомнила, ты молодец. Поэтому тебе 3 фишечки я с чистой совестью вручаю. Так, второй вопрос для Арсения. Как правильно вести себя, если вы почувствовали в квартире запах газа? Ну, нужно выключить плиту, выйти на улицу или открыть окно, подышать. Ну, в первую очередь надо что, кому сообщить? Вот если ты ребенок один в квартире, кому сообщить нужно? Взрослым или скорой помощи, если есть телефон. По каким номерам нужно звонить, если вдруг запах газа? Ну, скорая помощь 103. Так, скорая помощь, это если стало плохо человеку. Еще по каким номерам? Потому что здесь такой случай, здесь нужно позвонить куда в первую очередь, наверное? Если 104. 104, это газовая служба, да? Mm-hmm. И еще по номерам в МЧС, по каким номерам можно звонить? В МЧС по номерам 101 и 112. А если долго не приезжает помощь, что нужно? Ты говорил выйти на улицу, да? А если вдруг не ты пострадала, а есть пострадавший, то нужно его, да, тоже вынести на свежий воздух, чтобы он мог дышать свежим воздухом. Ага. И лед приложить, или намочить тряпку холодной водой и приложить к голове. Молодец. Вспомнил, что говорил дядя Артем Витальевич. Молодец. Тоже тебе 4 фишки. Вернее, не 4, а 3. 3. Это я ошиблась. Алиса, соберись. 3-й вопрос твой. Что нельзя делать при обращении с электроприборами, чтобы не получить электрический удар? Не надо всовывать вещи. Предметы?
предметами в розетку. Если человек ударился током, то не надо убирать провод металлическими предметами. Они тоже могут попасть на другого человека. Умничка. Нужно позвонить скорой. Дети, молодцы, такие внимательные, все вспомнили. И последний вопрос, Арсений, твой. Как правильно оказывать помощь, если человек поперхнулся? Нужно наклонить и постучать сверху лодочкой. Правильно, в области груди, да, на спине. Так, это один способ, я его на Алисе показала, а на тебе тоже я показывала. Второй способ, и дядя Артем Витальевич говорил о нем. Вспоминай, какой. Нужно наклонить человека вот так вот. Замочек, ручки да. сложить. А потом, как это там, потом... Попросить сделать, он сам все знает, смотри как. Нужно вдохнуть воздуха и по команде... Выдохнуть и сразу стукнуть по спине. Не стукнуть, а вот здесь сжать, да? Замочек, ты же не зря здесь руки в замочек складывал. Молодец, хорошо. Все, вспомнил, поэтому три фишки отправляются в свою коробочку. Ребята, молодцы. Давайте считать, наконец, фишки. Сейчас мы узнаем, кто же стал победителем. Итак, ребята, мы с вами подсчитали фишек, сколько вам удалось заработать за сегодняшний день. Я тут суммировала за предыдущие 3 дня. И в итоге, ребята, хочу вам сказать, что победителем в этой битве, в стране безопасности между Арсением и Алисой, победительницей, победителем стала Алиса. У нее 55 фишек. И всего лишь на 2 фишки меньше у Арсения, 53. Ребята, вы большие молодцы. Вы сражались практически все время на равных. И я хочу вручить вам подарки, которые вы заработали честным трудом. Алиска, Арсений, это тебе. Поздравляю. А это подарок для Алисы. Итак, ребята, я вас поздравляю и жду встречу с новыми участниками. Ну а место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока.